Ребята, если вам нравится Pixelmon, то не забываем поставить лайк. Если вы не знали, но лайки дают большую мотивацию для записи еще одной новой серии. Плюс к тому, вы сможете попасть в музей подписчиков не только если будете активно оставлять комментарии под видео, но также если будете активно ставить лайки под каждым новым видео. Еще один большой плюс то, что если серия, которая вышла утром, набирает 500 лайков, то еще одна новая серия, то есть получается две серии за один день, выйдет чуть-чуть позже, а точнее вечером. Поэтому выход новой серии зависит полностью от вас. Я надеюсь, вы меня поняли и надеюсь, что вы запилите очень большой палец вверх за новую серию, за то, чтобы попасть в музей подписчиков и за то, чтобы еще одна новая серия вышла сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. Добро пожаловать в пятый сезон в 25-ю, что ли, серию. Ну да ладно. Сейчас в этой серии я даже не знаю, что мы будем делать. Но в первую очередь я знаю то, что мы поскладываем весь этот хлам в сундуки, потому что его у нас очень много. И это все нужно поскладывать. Так, ладно, в первую очередь. Вот сюда нужно сложить. Это. Отлично. Это. Камень эволюции. Вроде все, да? Еще. Ой, где я? И еще хлам. Это можно сложить, но это можно выкинуть. И вроде все, да? И вот точно, еще вот тут два камня эволюции. Ух, ну. Еще и вот тут куча. Вот нужно будет себе потом сделать. Ой, не туда. Нужно потом себе будет сделать вот эту машину. Ну как машину? Ранч-блок, да, там, где покемонов можно будет разводить. Но это уже чуть-чуть позже, то есть не сейчас, если честно. Так, это еще сюда, это еще сюда. Уже куча у нас и хилок, если честно. Так. Ну. Еще вот это. Так, это. Куча вещей, честно. Просто реально мы очень много вещей наловили. Нес. А паркбол. Вот мне кто-то сказал, что паркбол, по сути дела, такой же, как и. Как и вот этот, как его. Мастербол, что он, в принципе, очень классно ловит. Но у нас его нету. А кто мне сказал, что... Ну, ладно, то есть он может в общем сказать, не сказал, что у меня он есть, ладно. А, нет, это назад. Так. Sunny Day. Ну, это не нужно в данный момент. Так, это сюда. Вроде все, да? Сейчас. Мы уже взяли новую команду, то есть Галурку еще два уровня осталось прокачать. Так, давайте вот это поставим, допустим. Галурку еще два уровня осталось прокачать. И мы его выкладываем и возьмем кого-то нового. Ну, в смысле, нового покемона. Так. Покушать нужно. Ну как, не скажу, что быстренько. Так как еды много, то есть фруктов, но... Джунгли. Джунгли, это во-первых. А во-вторых, знаете что? А тут нету случайно каких-то 5300 минус... Сейчас, 5300, чтобы не забыть, минус 1000. Мы же в предыдущей серии нашли зимний биом. И это классно. Так, я бы еще тебя хотел словить. Сфил. Так, опа. Ребята, у нас и левел булы кончается. 6 штук осталось. Повезет, если мы его еще прям словим с первого раза. Я кого-то еще хотел... Нет. О, 10% уже, нифига себе, круто. Не хотел я кого словить, а я хотел найти какие-то новые деревья, чтобы добавить их в наш сад фруктов и овощей, короче, всех вот этих, ну, короче, всего нашего сада, да? Давайте, в принципе, мы это и пословим, то есть мы уже можем его ловить, потому что у нас нет электрических покемонов, мы же уже Пикачу давным-давно прокачали. Марип есть. Замечательно. Два новых покемона в одну серию, ребята, это уже круто. И Марип, и Сфил. Бам-бам-бам. Я надеюсь, что вам нравится, когда мы путешествуем, потому что мы ищем новых покемонов, и плюс к тому мы ищем какие-то новые биомы. А вдруг может еще легенда по пути заспавнится, да? То есть все может быть. Сейчас, ребята. Нужно, наверное, подождать, может... пылесосов, да? Пилосвайнов.
для того, чтобы потом на них прокачаться. Наш Голурк уже 44 уровень. И Фанпида прокачивается. Да, мы же наконец-то, мы же выбили себе Магнимайт. Я бы тебе тоже хотел, но не сейчас. Ну, в смысле, ловить. Пылесосов можно подождать, потому что они большие уровни, и плюс к тому с них еще еда падает, тоже, что очень классно. И это будет круто, потому что много опыта нам дастся. Но даже сейчас на Сали мы прокачаемся, в предыдущем сезоне мы его так называли. Ух, ну если ты еще лечиться будешь, то фиговенько. Не, ну Голурк очень сильный, действительно очень сильный. Слам, так. Ну и потихонечку там уже и Фанпи эволюционирует. Фанпи еще вроде один уровень остался. То есть, смотрите, он эволюционирует на 25 уровне, а мы его прокачаем до... Ну, давайте... До 30-го. Лилипэд. А, не, вот это. Так, ладно, Глуркушка. Давай-ка ты назад. И под... Марил. Ну, Марил у нас уже есть. Ребята, тут нету эволюции Азурил. То есть, она не добавлена в мод... Марил это да, вторая эволюция, но только он, она добавлена, то есть Азурила нету. Так, ну что, ребята, Глурку еще осталось 2 уровня, мы его быстренько прокачаем, ну, чтобы, знаете, было какое-никакое разнообразие, то есть, о, видите, уже и, вот там еще и босс, уже и Фанпи эволюционирует, то есть, не только прокачиваться на горах, то есть, или на пляже, на тех же киндерах, а также можно прокачиваться и в зимнем биоме, что очень круто. Потому что пылесосы тут большие уровни. Вот, ребята, Фанпи эволюционирует. И плюс к тому мы уже добавим нового покемона в наш музей. Я еще не достроил, ребята. То есть пока что еще не достроил. Но потом попытаюсь построить еще один этаж в музее. То есть вниз или вверх. Как бы подвал. Это кто у нас? Это Свайнуб. Это Свайнуб. Круто, круто. Свайнубы нам нужны. Так. Опа. Ну, один пропал, зараза, ну да ладно. Ух, ни хрена себе. Чермиллиона тоже нужно прокачивать, ему еще, в принципе, много уровней осталось. Ну, ладно. И тогда еще давайте быстренько на... Вот. Вот, класс. Вылечим. Ну-ка, будто 18-й. Ну, давайте, знаете, пока что не будем париться, давайте в первую очередь прокачаем нашего Голурка. Глурка. Потому что ему осталось 2 уровня. Вот тут мы будем лечиться, потому что, в принципе, у нас сейчас хилки нет. Если мы каждый раз будем домой бегать, то это и больше всего и затянет, да? Потому что мы будем каждый раз домой бегать. Хевислам. О, Хевислам. Почему я тебя сразу не использовал? Пилосвайны. Пилосвайн. Да? А, покеспаун. Пилосвине. Свине. Вот так. Не свайн, а... Ну, в принципе, свайн, но он неправильно написал. Ладно. Вот, куча там пылесосов. Нам еще остался один уровень, поэтому... О, это кто? Magikarp. Класс, класс, класс. Я вижу тебя. Давайте в первую очередь мы кинем... Ой, не попал. В первую очередь Чермиллиона, ему еще 14 уровней осталось, что, ну, не прям много, но... Ну да, и тебя лучше вот этим бить. Иксайзор! У нас... Ух, ребята! У нас же есть... у нас же есть Сайтер, и сейчас мы выбили... А, не того кинул. И сейчас мы выбили себе Иксайзор, это вообще круто будет. Так... Сноуболс. Ну, сноуболс нам не нужно. Так, быстренько. Давай, давай, Голурк. В этой серии мы тебе 1000000% должны прокачать. Уровень? Да, в принципе, ща мы еще и на дивдонгах сейчас зафигачим. То есть... На дивдонгах тоже куча уровней. Ну, опыта идет, точнее. Голурк. Ух, нифига себе. Все, Голурк 45-й. Мы его прокачали. Очередь. Очередь Чермиллиона. Да, конечно, мы его вряд ли. Давайте Свампер там. Чермиллиона нужно. Ой. А хотя нет, даже урон эрквиком наносится, в принципе, нормально. Эмбарго. Рейдж. Вот. Что я еще хотел сказать? Дивдонг у нас уже 20. 29-й, нифига себе.
Эмбарго нормально? Ну, как нормально? Да, ну не хилься, ну пожалуйста, скотинка. Не нужно хилиться. То есть, смотрите, ребята, мы сейчас прокачиваем тут Дон Фана. Еще один уровень, да, ему прокачаем. После этого. Ну, зараза. Мы ему один уровень прокачиваем, и после этого мы идем домой и выкладываем Игуларка и также Дон Фана. И берем, например, ну, например, Сайтера и, например, ну, кого-то, кто там еще есть. Иви, может, возьмем, потому что мы кучу себе Иви наловили, которых, в принципе, нужно прокачивать, да? Сандил тоже, Сандайл. Нужно его прокачивать, он не быстро эволюционирует, можно и так сказать. Так, сейчас. Ну, в первую очередь, мне кажется, Чернильона нужно было бы круто прокачать, но в том смысле круто, потому что ему еще 10 уровней осталось. О, куча дивдонгов, это классно. Пожалуйста, прокачайся, наш Дон Фан. Тебе еще один уровень остался. И все. Еще один. Ну, в смысле, не еще один, а мы так его и не прокачали. Так, ладно. Нам бы просто экспешеров кучу нафигачить, если бы смогли их найти. И все, прокачали. Все, Дон Фан. Так, нужно еще посмотреть, где мы находимся. Тут классная точка. 5000. 5075 минус 830, допустим, да, вот тут. Сейчас домой. Вот так, отлично. Выкладываем двух покемонов. Идем быстренько в музей. То есть, ребята, в музей я в данной серии не буду много кого добавлять, потому что нету места, нету покемона есть там несколько. Но нету места, чтобы их добавить в музей. Поэтому я в данной серии не буду никого добавлять, наверное. Так, это можно выложить и сюда. Ну, не выложить, а пожарить. Да, навыбивали мы себе вещей. Так, ладно. Голубь. Это можно снять. И Дон Фан. Класс. Кого бы взять? Ну, давайте Марипа возьмем, так как он электрический. И давайте возьмем. А знаете, давайте возьмем Диглета. Да, это неожиданно, да, но все равно. Зачем он там будет валяться, если мы его можем, в принципе, очень быстро прокачать и все. И выложить. Не тянуть, можно и так сказать. Так, класс. Ресурс, смотрите, у нас есть 32 голд. Ну, в смысле, золото. Мы потом это можем выложить. Тандер. Волд Свич, Психикал Майнтор, Санни Дэй, Оверхед. Я не знаю, нужно ли это Чермилину. Так, знаете, что? Кому бы это одеть? Давайте Диглету. Еще сюда быстренько выложим вот это. И сюда быстренько выложим вот это. И Лязбол вот сюда выложим. Класс. Как бы я хотел какого-то легендарного словить, вы себе даже не представляете. Но это не от меня зависит. Заспавится, не заспавится, нет. Может, мы иногда будем, ну, где-то пролетать, и он прям заспавится перед нами. Посмотрим. Так, ну что, Чермиллион. Опа, это кто еще такой? Снизл. Сейчас. Ну, я даже не знаю, ребята. Ну ладно, хотел его словить, ну в принципе потом словим, да, это прикольный покемон, там вроде у него эволюция Виавайл вроде, да? Можно его было словить, но в принципе потом словим, если что, это кто? Принклап, а Пиплап, я бы тебя тоже хотел словить, честное слово, я про тебя даже забыл. Пиплап, вот так. Так, что нам нужно, что можно выкинуть? В принципе, кажется, ничего. Вылечить. Вот точно, что я хотел вылечить. Куда бы нам пойти? Кто где спавнится? То есть, если бы мы нашли джунгли, ребята, так бы уже офигенно было. Кто хочет обосраться?
Пила свайн, пипла. А почему не показывается на карте? Прикол? Не знаю, бред какой-то. Ладно. Мари, не убей, не убей, не убей, пожалуйста, не убей. И, ну пожалуйста, ну ударь, ну я тебя прошу, Во, норм. Так, вылечим. Там еще один, да? Тут 33 уровня мы, по сути, я не знаю, но должны убить. Да. Класс. Так, мат-бомб. Вот это. О, вот это нам и нужно. Это нам и нужно. И дигли давай. Уходи, ребята. Это же долгожданная эволюция диглита. Как долго мы этого ждали. Мы так долго этого ждали, что прям с ума сойти. Вот куча там пылесосов заспавнилась. Ну, на каком он эволюционировал? На 25-м? 26-м, ну или 25-м, 26-м, наверное. Но все же, то есть, давайте ему еще 4 уровня прокачаем и, в принципе, также выкладываем его в компьютер, что мы будем там тянуть, да? Flameburst. Во, Чармиллион, вот таким я тебя и хотел видеть. Тебе еще 4, нет, ну как 4, 4 до эволюции, да? А потом мы тебе прокачаем еще 4 для того, матбомб. Еще для того, чтобы уже выложить тебя в компьютер. Быстренько. Ну как, ребята, понравилась ли вам предыдущая серия? Там серия на час была. Я не знаю, почему я решил, но что-то мне захотелось тогда поиграть. И вот так серия большая получилась, да? Но я надеюсь, вам она понравилась, потому что долгая. Так. Быстро. Опа. Опа. Ну, смотри, Чармиллион уже... Давайте, знаете что? Знаете что, ребята? Давайте все-таки, может, серия тоже немного затянется, но давайте в этой серии мы уже прокачаем Чармиллион. Если, конечно, тут еще будут пылесосы. Но вот звук этот нужно убавить, я извиняюсь, забыл опять. Да не только пылесосы, Солео тоже. Сало, короче. Но их дольше бить. То, что... Мы уже можем в музей добавить и Дактрию, и Донтфина, или как он там называется. Если мы прокачаем Чармиллиона, то тогда еще и Чармиллиона сможем добавить. Ну, в смысле, Чаризарда уже как бы, да? Опа. Вообще жизни нету, и тут за один подход, пум, фул, да? Класс. Опять! Слушай, ты скотина. Сало, ты почему такой? Иди сюда, зараза. Угу, а сейчас что, не вылечился? Ха-ха. Не смог, ха-ха. Зараза, да? Чё-то они или порезали спавн алтарей того же Артикуна в зимнем биоме, или фиг его знает. Потому что, смотри, даже вообще ни одного не нашли. О, шайни. Магнимайт я хочу. Хоть и это обычный шайни, но все же магнимайт. Опа. Вижу Кабуто, пожалуйста. Ну, в смысле, не такой уж какой-то нереальный шайни, но все же магнимайт пригодится. Левел болл, пожалуйста, ты 11 уровень. Не будь скотиной. Пожалуйста, магнимайт. Я тебе прошу. Класс. Ребята, словили мы шайни магнимайта, словили мы с Филой, словили мы Марипа в одной серии. Я надеюсь, вам это нравится. Так. Опа. Сейчас. Еще вот этого мы попытаемся убить. Вот так, класс. Я не знаю, вряд ли мы в этой серии сможем эволюционировать его. То есть ему еще один уровень остался, но все же. Вот, я еще вижу. О, кит какой-то. Нужно потом будет словить. А, это босс. Я что-то даже не очень заметил, если честно. Так. Опа. Ну, давайте Сандайла. И сразу на Свамперта. Ни хрена себе. А сейчас чё? Если не убей, пожалуйста.
класс. Ху, нормально так опыта. Еще и ультрабол выпал, класс. И вот эволюция Чаризарда. Ну, Чармиллион, оно как бы в Чаризарда. Вот это реально долгожданная эволюция, не то что Дактрио, да, но все же. Сейчас у нас будут, ребята, три новые статуи в музее. Давай, Чармиллион, эволюционируй. Ух, Чаризард, красавец. Красавец, заскучился я по тебе. Вот так. Вот, ребята, Чаризард. Ух. Вы, о, там еще босс. А кто? Магнимай. Ну, можно, можно. Так. Попадем. Сейчас перекинули. Опять перекинули. Вот, нормально. Я не знаю, Марип 10. Ладно. Кабуту еще нужно. Во, норм. Так, ладно. Ну что, может еще куда-то полетим? Я не знаю. Пару минут, может, в какую-то сторону, например. Опа. Еще один Солео. Сандил. Синдайл, ну, да. Так. Вот так. И не убей, пожалуйста. Это Марипушка, Марипушка. Ты что-то... Так. Опа. Ну, да. Тут лучше уже сразу с Вампертом. Ладно, я ошибся. Ребят, тут, короче, уже вообще никем мы не сможем его убить. Так. Нет, тут уже... Да, твою же мать. Ладно, убивай. Ладно, давайте сразу тогда, может, с вампер-то кинем, может, ай, вот. Ну а сейчас что ты сделаешь? Сейчас ничего. Air power. Так. Ну отлично, еще и вещь нормальная более выпали. Ребята, сейчас мы уже даже Дактрио выложим в компьютер, то есть все. Его мы уже даже прокачали в этой серии. Ладно, сейчас давайте, может, еще быстренько пролетимся куда-то через океан. Тут мы какой-то биом найдем. Даже уже не обращаем внимания ни на боссов, ни на шай. Ну, шай не может, если какие-то нормальные будут, да? Но все же. Сейчас, немного полетим. Может, какой-то биом найдем нормальный. Или, может, Киокер заспается, прикол. Ну, сейчас день, поэтому логия не заспавится, но все же. Оу, это обычное болото, да? Ух, далеко мы в смысле высоко мы взлетели. Не. Не скажу, что нормальный биом, да, то есть болото, но... Ух, это что такое на карте? Нифига себе, фигня какая-то. Так, ладно. Горы высокие, очень какие-то такие спамятся. Так, что тут есть? Что тут есть? Пожалуйста, пожалуйста. Опа, спускаемся. Оп. Пожалуйста, дайте нам джунгли. Я хочу джунгли, прям реально хочу, потому что, в принципе, они нам очень нужны. Да, горю, то есть уже давайте просто полетим. Еще немного пролетимся. Ну, может, может. Вряд ли, конечно, но... Мы уже столько облетали, что это вообще с ума сойти. Смотрите, сколько мы только в эту сторону пролетели. Но джунгли как-то не видать, знаете. Только горы, горы. Орелу когда спавится? Я ее ловил, да, в предыдущем сезоне, но я забыл, честное слово. Так, спустимся опять быстренько. Так. И давайте туда. Тут у нас пустыня опять. На пустыне. В пустыне, точнее, я не знаю. В принципе, нам больше ничего не нужно, да? Босс. А вдруг Гроудоша заспавится? Да. Размечтался. А тут даже не пишет, да, что уже. В смысле, мы так высоко, что даже вроде ничего не пишет. То есть пустыня или что? Хрен его знает, если честно. Ладно. Оу, все, это уже вверх. Вот хреново, что джетпак так высоко взлетает, что...
принципе, нужно спускаться потом. То есть он не прямо летит, а прямо и в высоту. Так, ну, Desert Hills. Desert Hills. Ладно, давайте ща. В принципе, ща еще немного полетаем. Ну как, минуту. Давайте еще вот сейчас какой-то биом найдем и сразу выходим. Ну, в смысле, идем домой. Вот. Обычная равнина, да? Ничего такого нету, да? Да. Ладно, полетали. Как я понял, залагало, да? Вот эта хрень с этими телепортами. Ладно, ща. Ну вот, перезашел. Так. Это можно... Оу. Вот так. Домой. Ну как домой? В музей, да? Так непривычно после джетпака, что у тебя крылья. Так, ставим мы... А, у нас уже и Марип есть, то есть уже нового покемона. Можно и с Фила потом поставить. Но то, что места нету, ребят. Так. Чизел. Гемот. Твою ж. Было бы место, то есть был бы... Не то, что больше музея, а было бы место, то я бы уже добавил и Марипа, и кого еще? А, Чизел точно. И Марипа, и Сфила, и Шайни Магнимайта, но сейчас места нету, поэтому нужно ждать, пока появится. Так, Чаризард, да? Давайте его большого какого-то сделаем, это же Чаризард. О, так, сейчас я зайду в текстовый документ, посмотрю, кто у нас там есть. Потом у нас идет, следующий у нас идет Коля Цибулька. Коля Цибулька. Поздравляю, ты попал в музей. Потом там у нас... Это диглиты? Да, это диглиты. Так, вот сюда. Док, три. Ой, сейчас. Так. Дагтрио. Вот так. Не-не, ребят, я не забуду. Это же Шайни. Так, Цибулька, Коля Цибулька, мы тебя удаляем. Сейчас экстремечик стар. Экстримчик, походу, должно быть. Ну, тут экстремечик. Ну, короче, экстремечик стар пишется. Экстремечик стар. Вот так. Поздравляю, ты попал в музей. Реально тебя поздравляю. Но не забываем и Коля Цибулька, и Экстремечик Стар, и, в принципе, другие, то, что прекращать комментировать не нужно. То есть, если вы попали в музей, то значит, вы попали за то, что вы комментируете. Но... Оу, ладно, это я потом поменяю, что-то он залагал. Но если вы попали в музей, то это не значит, что нужно прекращать комментировать. Я надеюсь, вы понимаете. Амита. Амита Ленар. Он попросил заменить Анита на Ленар, походу. Ленар. Да? И кто-то там еще просил, сейчас я посмотрю. Сейчас. Дайте я тебя найду. Я не помню, где ты есть, Аксмайн. Да, ты уже давно просил, но Аксмайн... Нет. Нет. Сильверс, нет. Я не знаю, где-то, честное слово, просто не представляю. Турбопинки нет. Нет, Арон. Нет, не ты. Ух, а где ты? Чё-то я даже не помню, куда я тебя поставил. Сейчас мы можем даже найдем. Так, ну ладно, давайте сначала еще тут поставим. Да чё ты прикалываешься, почему я не могу поставить? То есть спуститься как-то. Don't fun. Вот, класс. Давайте больше его поставим. Вот так. Дальше у нас по списку идет. Кто у нас дальше идет по списку? Вот. Тех Владко. Так, вот. В Тех Влад
легко. У людей, у которых вот такие псевдонимы или ники, то есть не настоящие имена, а вот какие-то вот Визер, Исаак, Тех, Владко, Базик, то есть, или как, ну, например, кто еще, Антон, вы оставляете свои комментарии, то есть, если вы хотите поменять имя. То есть, чтобы не было псевдонима или клички там, или что. А, вот ты. То можете оставлять свое имя, на которое хотите поменять название, ну, статую. Извиняюсь. Эрел Захаров. Эрел Захаров. Вот ты. Так, больше вроде все. Больше некого добавлять, да? А, да ты ж твою ж... О, одна из немногих статуй, которая шевелится в воздухе. В смысле, с немногих. Только одна статуя, которая что-то делает. То есть, смотри, даже Гвардос ничего не делает, а вот это делает. Ну да ладно. Так. ТП. Ща, тогда я с блокнота уберу тех, кого я уже добавил. Вроде все. Экстримчик Стар, вот тебя я забыл добавить, в смысле убрать, потом бы еще раз добавил. Вроде все, да. Ладно. ТП. Вот сюда давайте. И давайте, ребят, на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем... Сейчас давайте уже докушаем. Ща. Во. И всем... Пока.